Спортсменов, талантливых физиков и художников, танцоров и певцов пригласили в региональное отделение партии «Единая Россия», чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Это тебе, и это тоже тебе. С поздравлениями оренбургские единороссы приехали и к тем детям, кто в преддверии праздника не в школе и даже не дома. Маленькие пациенты кардиологического отделения детского стационара ДГКБ номер 6 были очень рады взрослым гостям и, конечно, сладким подаркам. Надеюсь, что вот то самое небольшое, что мы могли сделать, вот их поддержать вот в это трудное время, я думаю, что, наверное, им удалось. По крайней мере, мы видели, что у деток счастливые лица, глазки горят, сейчас там с ними занимаются фокусники. Я думаю, что вот волшебство Нового года у них уже начнет вот потихонечку, несмотря на то, что они сегодня находятся в больнице. Уже сейчас многие ребята идут на поправку, улыбаются. А после выступления фокусника улыбки стали еще шире. Ведь в деле восстановления здоровья, хорошее настроение – чуть ли не основной элемент. Анастасия Фионова, Дмитрий Примачек, «Вести Оренбуржье». С наступающим 2020 годом оренбуржцев поздравляет руководитель общества «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. Дорогие земляки, уходящий 2019 год для газовой отрасли страны стал прорывным. Российский газ по магистрали «Силы Сибири» пришел в Китай. «Газпромом» была проведена колоссальная работа по строительству газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Наш трудовой коллектив также выполнил все производственные планы. В полном объеме перечислил налоги, воплотил в жизнь много социальных проектов. Предприятие в 13-й раз было удостоено золотого знака областного конкурса «Лидер экономики». В следующем году страна отметит 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Главное – восславить подвиг советского народа и обеспечить достойную старость тем, кто подарил нам мирное небо. Газовики Оренбуржья уже начали реализацию программы по встрече святого юбилея. Дорогие земляки, пусть год 75-летия победы откроет вам новые возможности, станет временем исполнения желаний и достижения новых вершин. Здоровья и гармонии вам и вашим близким. С Новым годом! И на этом пока все. Оставайтесь на телеканале «Россия». Посещайте также наш портал в интернете вестирама.ру. Там вы найдете еще больше интересных новостей. Ну, а сразу после нас на канале «Россия» новые серии фильма «Тайны следствия». Прошлый век. Не пропустите. Всего доброго.